Чебоксарцы стали реже писать жалобы в УФАС. В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Чувашии прошла пресс-конференция, посвященная итогам деятельности ведомства за 2017 год, а также целям и задачам Национального плана по развитию конкуренции в России на ближайшие годы. Обращений и жалоб стало меньше. В 2017 году было подано 831 заявление о признаках нарушения антимонопольного законодательства. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Причем 59% из всех заявителей жаловались на деятельность органов власти, 22% на монополистов. Радует то, что количество нарушений со стороны монополий, которые у нас традиционно всегда были достаточно 25-30% нарушений всегда долю занимали, за последние пару лет, наверное, очень значительно снизились. Помимо контроля, это всегда вопросы картелизации нашей экономики, потому что это проблема, которая есть на торгах и в том же указе президента в национальном плане по развитию конкуренции говорится о том, что необходимо снижать уровень картелизации в сфере дорожного строительства. Комиссия антимонопольного органа не только устанавливала факт нарушения антимонопольного законодательства, но и давала рекомендации для их устранения. За отчетный период выданы два предписания, которые находятся в стадии исполнения. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.